15 лайков, и мы начинаем разбираться вот с этим аквариумом. Убирать его полностью, сделать его красивым. Всем привет! Добро пожаловать на канал Акваинформация. Кого будем заводить в этот аквариум? Послушал я ваши советы и отдал лабео одному человеку, у которого аквариум на 300 литров. В принципе, там ему будет более комфортно. Кого будем заводить в этот криптокорийник? Пишите свои предложения в комментарии. А что мы будем делать сегодня? Во-первых, мы уберем всю ряску, ну или постараемся убрать всю ряску с поверхности аквариума. Также мы с вами промоем хорошенько фильтр, потому что вся ряска, которая умирает, она опускается на дно, где фильтр ее затягивает. Сделаем подмену воды и посмотрим, что из этого получится. Как вы можете видеть, аквариум стал намного чище. Ряски на поверхности стало меньше. Что нам остается? Это убрать отмершую ряску со стекол. Это помыть стекла с внешней стороны, чтобы избавиться от капель. И по-хорошему как-нибудь просифонить грунт. Хотя я вот только недавно его сифонил, но ряски, которая нападала, слишком уж много. Поэтому ставьте лайки, давайте наберем 20 лайков и продолжим серию видео, приводим все аквариумы в порядок.